нами на связи основатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы в 2007-2016 годах Илья Пономарев. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Илья, издание RTVI приводит любопытную статистику по количеству принятых законопроектов за последние 6 лет в России. И 2022 год в этом плане рекордсмен, потому что в нем было принято 653 законопроекта против 505 принятых в 2021, в предыдущем году, на 150 больше. Как думаете, с чем связана такая продуктивность Государственной Думы Российской Федерации в 2022 году? Ну, с уменьшением количества обсуждений, разумеется. На самом деле это позиция Вячеслава Володина, нынешнего спикера Государственной Думы, который вообще в принципе не понимает, каков критерий эффективности парламента. И у него единственный критерий всю жизнь был, вот сколько там мы с ним знакомы и так далее. Он всегда гнался именно за цифрами, за количеством решений, за количеством голосований, которые проводит Государственная Дума. Ну а сейчас просто, поскольку даже депутаты боятся поднимать рот и там что-то вообще говорить на тему принимаемых законов, то, естественно, это уменьшает количество обсуждений и, соответственно, увеличивает количество принятых законов. Скажите, а вот какой из принятых в этом году законов вам больше всего кажется абсурдным? Или один выбрать очень сложно? Я думаю, да, тут, значит, очень конкурентный хит-парад. Как говорил когда-то Иосиф Виссарионович Сталин, оба хуже. Вот, то есть здесь один хуже другого. Ну, наверное, конечно, наиболее знаковый закон, просто именно знаковый с точки зрения внутренней ситуации в России, это закон о пресловутых фейках против армии. Даже у вашего покорного слуги два уголовных дела по этому закону. А не говоря уже о тех, кто остается в России, и именно по этому закону недавно законопатели на 8,5 лет. Так, есть небольшие проблемы со связью у нас, Илья. Вы слышите нас, Илья? Да, я вас слышу прекрасно. И мы вас уже слышим. Продолжайте, пожалуйста. Да, я говорю, что этот закон является просто ключевым с точки зрения контроля над обществом на данный момент времени. То есть именно его используют для того, чтобы все сидели тихо и не выходили ни на какие митинги. В этом смысле это ключевой закон этого года с точки зрения политической ситуации в стране. Вот хотелось бы подробнее об этом законе поговорить. Тысячи людей по всей России получили штрафы за фейки, да, за так называемые фейки об российской армии. При этом на протяжении этих более чем 10 месяцев российские пропагандисты Симоньян, Скобеева, Соловьев называют войну войной. Он позавчера, Путин, назвал войну войной. Отчего же их не штрафуют? Отчего такая несправедливость? Вот знаю, что один из петербургских муниципальных депутатов написал заявление на Путина, да, чтобы его оштрафовали за то, что за фейки о российской армии. Войны-то нет, идет же так называемая специальная военная операция, но остальных что-то не штрафуют. Вы знаете, сколько я знаю Владимира Владимировича Путина, его государство всегда жило по такому франкистскому принципу. Друзьям все, врагам закон. Но этот принцип в полной мере сохраняется и сейчас, естественно. Собственно, на самом деле это принципиальная позиция российской всей правоохранительной системы. Это избирательность. Там теоретически могут попасть все. Но применяют только против тех, против кого надо применять. И тем самым все общество находится в таком затерроризированном состоянии. То есть оно все боится, оно все понимает, что каждому могут прийти. Посмотрите, например, на митинги. Они арестовывают не обязательно организаторов митингов. Они арестовывают совершенно случайных людей, которые на этих митингах оказались. Для этого там есть впрочем. И потом вот случайно выхватили, и каждый, поэтому кто туда пришел, он знает, что прийти могут каждому. В этом суть вот этого самого террора. Террор страшен именно тогда, когда он не избирателен.
Скажите, а вот из вот этих вот 653 законов, принятых в 2022 году, есть хотя бы, не знаю, один, несколько, может, десять, может, даже их сотни, которые улучшают жизнь, делают легче жизнь россиян? Или все направлены все-таки на закручивание гаек больше? Нет, смотрите, российская законодательная система, так же, как, опять-таки, все российское государство, строится на системе откатов. То есть сначала забирается что-то большое, а потом по мелочам какие-то подачки даются назад. Поэтому если мы посчитаем там, просто с точки зрения количества законов, которые направлены на какие-то облегчения, то их будет там в 10 раз больше, чем те, которые направлены на репрессии. Ну, в конечном итоге людям индексируются пенсии, например. Но там инфляция 10%, а индексация на 2%. Ну, вот так, в таком плане. То есть, с одной стороны, она произошла, с другой стороны, это вот по чуть-чуть. Илья, вот если говорить о последних значимых событиях в России уходящего года, как бы вы оценили то, что Россия вышла из Европейского суда по правам человека? Что это значит? У меня это к этому давно шло, так скажем, и очень долго у европейцев была эта иллюзия, что вот не надо выгонять Россию из Совета Европы, потому что тогда означает, что не будет больше юрисдикции и ЕСПЧ. Но на самом деле в России давно Конституционный суд принял решение, которое, конечно, впрямую противоречит российской конституции, о том, что значит, примат российского права, а значит решение ЕСПЧ, надо исполнять выборочно, то есть только те, которые мы считаем нужно исполнить. И, конечно, это делает всю деятельность этого суда абсолютно бессмысленной в применении к российским гражданам. Но, тем не менее, долгое время это все равно психологически была такая надежда для очень большого количества россиян. Россия была номер один страной, которая судилась в ЕСПЧ, номер два, по-моему, Турция, если я правильно помню. Но в любом случае Россия была номер один. И этот разрыв, он символический, это разрыв России с Европой. Но в этом смысле есть большое количество других разрывов, которые очень символические. Например, Российский футбольный союз, который переходит из европейского дивизиона в азиатский. Это что же символ? За антивоенные протесты в России было задержано порядка 20 тысяч человек, по данным ОВД. Вам известно, что с ними? Я понимаю, что да, там, знать о каждом из 20 тысяч, ну, это невозможно, в принципе, нереально. Но это люди, которые получили сроки или условные наказания, или штрафы. Да, что с ними произошло? Ну, подавляющее большинство, конечно, слава богу, никаких сроков не получило, потому что в России действует такая система, что там один раз тебя задерживают, второй раз тебя задерживают, потом это считается систематическим нарушением, и вот тогда уже может быть возбуждено уголовное дело, а может быть не возбуждено. Это как раз тот самое избирательное применение права, про которое я говорил. То есть если человек слишком актив, то там уже будет возбуждаться дело. И такие люди, как мы знаем, есть. Но это единицы, но их специально делают, максимально раскручивают, вот показывают демонстративное наказание для того, чтобы все остальные сидели дома и боялись. И они, что характерно, сидят и боятся. Скажите, вот мы, когда подводились к вам, да, вспоминали еще о легализации параллельного импорта, вот санкции создали новую реальность экономики в России, да, когда там закупаются товары в Европе, потом через какую-то подставную фирму перевозятся, например, через Казахстан. Каким образом это сейчас настроилось все в России? Как это изменило ее экономику? Ну, сейчас государство этому просто впрямую потакает. То, что раньше, наоборот, была стратегия всякие эти дырки в таможенном законодательстве закрывать, то сейчас просто без этого выжить невозможно. И поэтому разнообразная контрабанда через там, Казахстан, через Турцию, через Беларусь, она впрямую поощряется. Потому что а как еще? То есть российской власти очень важно показывать населению о том, что ничего особенного не происходит. И так большое количество европейских товаров на прилавках заменено, например, китайскими.
Но, тем не менее, делать там вид о том, что все нормально, для них крайне важно. И они закрывают даже на потери для бюджета. Но это все долго на веревочке этой не виться. Мы уже видим, что доходы бюджета поползли вниз, и очень серьезно поползли вниз, и дальше это будет только продолжаться. Поэтому, как всегда, Путин разменивает настоящее на будущее. Ну вот, кстати, о бюджете, да, и о доходах, которые ползут вниз. Путин любит демонстрировать свою необычайную всеобъемлющую любовь и заботу о россиянах, и вот не так давно он заявлял о том, что обязательно же надо будет провести индексацию пенсий. И вот тут как бы интересно, что фонд национального благосостояния, из которого периодически дергают деньги, в том числе и на пенсии, он в этом году поредел на 1 триллион рублей, в следующем году поредеет на 2 триллиона людей, и вот рублей, и вот эти вот 2 триллиона рублей, они заложены прямо Министерством финансов, что надо будет оттуда эти деньги взять. А за чей счет банкет? Ну вот все-таки фонд национального благосостояния, как и любая копилка, и любая кубышка, имеет свойство заканчиваться. Ну, безусловно, она и закончится. Я ровно про это и говорю, что Путин разменивает будущее на настоящее. Вот что он делает все время. Он лишает страну какой бы то ни было перспективы и инвестиционной, и технологической, и культурной, ну и на самом деле вообще просто лишает Российскую Федерацию будущего. Я уверен, что у РФ будущего, как у государства, никакого нет. Придется ее полностью распускать и строить заново. Скажите, вот эти вот мы бесконечно говорим о все новых и новых предложениях Государственной Думы, все новых и новых запретах, законах, ограничениях, утисках и так далее. Как вы думаете, все вот это, что происходит, это некая агония режима Путина? Они боятся, что если чуть-чуть дать слабинку, все рухнет? Или наоборот, это чувство собственной безнаказанности того, что у руля Путин будет вечно? Ну, вы знаете, эта агония длится с 2012 года. То есть гайки закручиваются непрерывно после того, как произошла обратная рокировка Медведева и Путина. Началось непрерывное закручивание, и нападение на Украину в 2014 году было только частью этого процесса на самом деле, потому что, конечно, она была продиктована прежде всего внутриполитическими соображениями в России в большей степени, чем империалистическими устремлениями вовне. Путину нужна власть, нужно сохранить власть, он не молодой человек, и для него важно, чтобы на его век хватило. Что будет дальше, там хоть потоп, но важно, чтобы оставалось вот пока он еще жив. Но думаю, что уже этого сделать не удастся. Ну а российская элита, конечно, воспринимает это по-разному. То есть там есть люди, которые более дальновидные и более трезвомыслящие. Они понимают, что все это последний парад наступает. Вот. А некоторые, наоборот, считают, что все нормально, магазины работают, там Новый год на Красной площади, каток, там все дела, значит, и все и хорошо. Спасибо вам за этот разговор, Илья. С основателем канала «Утро февраля» и депутатом Госдумы в 2007-2016 годах Ильей Пономаревым поговорили о том, как Государственная Дума Российской Федерации, буквально как в старые стахановские времена, перевыполнила план, ну, в ее случае, по принятию законов, которые ограничивают права и свободы россиян.